Вот мы с дядь Колей решили тут снять домик. Да, дядь Коль? Это называется у нас Crystal Cove. Мы только что там сплэш снимали, вот все. Здесь вот сейчас мы расположим нашу барбекюшницу. Сядем, вот все готово, видите. Жарить, парить. Хорошо? Так выглядит наш домик внутри. Там плита, все, все как положено. Сам смешно, смотри, как снимает. Классно, да? Дрова уже готовы. Первое вхождение. Все, пойдем покажем наш сайт. Как мы здесь остановились. Машины наших детей. Пошли на море погулять. Это Crystal Cove называется. Там офис. Надо начальство позвать, приказать начальству, чтобы еще нам пиво побольше принесли. Да пиво нам у нас хватает. Водки, водки надо, хорошей русской водки. Вот. Как говорится, Russian vodka. Russian vodka. Without Russian. Without Russian vodka nothing. On the rock. On the ice. Вот. Так выглядит наш Crystal Cove. Там есть любимая площадка, дети их любят играть. Кораблики, там все такое. И дерево, популярное дерево, большое справа. Сейчас я вам покажу большое дерево. Без большого дерева мы просто не можем отсюда уйти. Сами понимаете, достопримечательность нашего Crystal Cove. Такое нечто. Дядя Коля как примет на грудь немножко, он сразу раз туда. На большое дерево. На большое дерево и снять не можем никак. Он корабль Васин. Все уже под парусами стоит. Называется Big Time. Здесь все Big Time, Big 3. Все три, все Big. Big 4. Ну вот наше дерево любимое. Мы на него обычно залезаем. Вот дядь Коля как принимает на грудь, так сразу раз на него. И вот смотрите, вот тут вот показывает. Как обычно, все несложно. Несложно. И все, и наверху. Да здравствует British Columbia. Canada Day. А тут даже у него есть комнатка. Небольшая, он от дождя здесь может укрыться. И от жены. И от жены. Вот, давай спускайся. Покажи, дядь Коль. Спускаться сложнее, конечно. Спускаться, ну, подниматься всегда было легче. Вот мы тебя спустили. Вон, смотри, покажи вот там комнатку. Кухня, там все есть. Все, пожалуйста, смотрите. Deep Cove называется. Crystal. Супер. Все, всем привет.